прошел год после инцидента с третьей энергией. Исследования доктора Кирка передали правительственному агентству, которое начало обширное исследование на базе на Среднем Западе. Желая получить немедленный результат, исследователи пренебрегли необходимыми мерами безопасности, и произошла еще одна авария. На этот раз весь исследовательский комплекс, военная часть и небольшой городок поблизости исчезли. На их месте оказались джунгли из другого времени. Мая 2010-го. Сейчас мы войдем в портал в другое время. Возможно, в другой мир. Меня забросили сюда раньше остальных бойцов ТРАТ. Наше задание — спасти около 1300 выживших и собрать данные о проекте по третьей энергии. Ты отвечаешь за GPS, что-то не так? Период так встречают гостей. Никакой гостеприимности. Никто не отвечает. Я вполне уверен, что моя команда в порядке. Выжили больше 1000 человек. Пошли. Постой, еще раз, как тебя зовут? Эй! Дверь не открывается, заросла плющом. Давай вон ту дверь попробуем. Ну давай же. Разве тебя не учили на тренировках открывать двери? Вот, смотри, как это делается. Да, такое оружие очень подходит бойцу ТРАТ, но я бы лучше сюда. Увидимся, мистер Варвар. Эй, меня зовут Дилан. Позови меня, если тебе будет нужна помощь.
что? Ты один из спасшихся? Не убегай! Мы здесь, чтобы вас спасти!